провести экспертизу подлинности высказываний президента РФ Путина, министра обороны этой страны Сергея Шойгу и так называемого лидера оккупированного Крыма Сергея Аксенова по делу о госизмене Виктора Януковича. Такое решение принял Оболонский райсуд столицы. Проверка эта понадобилась для того, чтобы убедить адвокатов обвиняемого. Защитники беглого Януковича утверждают, что на видеоматериалах якобы лица людей, всего лишь похожих на президента России, министра обороны и псевдо-премьера полуострова. Следующее заседание назначено на 24 января. У стороны обвинувачення немає сумніву, що саме на даних відеозаписах, а саме документальний фільм «Крим. Путь домой», а також відеоконференція Путіна від 4 березня 2014 року та на інших відеозаписах знаходиться саме президент Російської Федерації Путін, міністр оборони Шойгу, командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Вітко, а також Аксьонов.